2016 к 2016.20.0.6.2018 обновлено 17.47 20 июня 2018 года 18.400 Москва, 20 июнь, РИА Новости. Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лицу двух кандидатов в мэры Москвы. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в среду. В Мосгоризбирком поступило заявление от Александра Милованкина о регистрации доверенных лиц в количестве трех человек, сказала член МГИК Римма Кузнецова. Аналогичное заявление поступило от кандидата Антона Тарасова, который просит зарегистрировать двух лиц. Предложение было единогласно поддержано. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закандырин, политик Максим Шенгаркин и ряд других. Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, глава Таганского района Илья Свиридов от партии «Справедливая Россия», летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии «Зеленые», экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы «Коррозия металла» Сергей Паук-Троицкий и российский журналист Антон Красовский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков от партии «Гражданская инициатива». Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. В регистрации кандидатом в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого муниципального фильтра. Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 081 подпись избирателей.